Что, ребят, всем здравствуйте, приветствую, мы продолжаем проходить Far Cry 3. Да, в прошлой серии мы с вами нашли подружанию, да, свою. Ну, не свою, а вот героя, да, главного. А в этой серии мы, да, посмотрим, что будет. Проходим на максимальной сложности. То есть чемпион, видите, написано чемпион. Жестко, жестко. Вот поэтому, Саша, подобнее при этом писать, кушать, прям чаепить, кофеить или пить воды при этом просмотре. А мы, собственно, начинаем. Да, она в порядке, спасибо, Деннис. Это все благодаря тебе, не мне. Твоя победа. А где другие? Сейчас, погодь. Где мне их искать? Какие-нибудь зацепки? Знаешь, Джейсон, пираты держат связь с Медузой через спутниковую тарелку. Зайди в радиорубку и прослушай передачу. Какой Медузы? Корабль, что сел на мель неподалеку. С пиратами в команде. Путь воина, Джейсон. Упражняй тело, а ум догонит. Татау приведет тебя туда. Скильки, блядь? 2К нахуй. Мать, ты шо, ебанулась совсем, блядь? Блядь, что? Чё, собственно, нам нужно с тобой? Куды? А, мы еще в прошлых сериях, точно, в прошлой серии еще вот это, да? Вот это все сделали, да? Собственно, куда нам? Нам вообще вон сюда, блядь, текущее задание, да? Но я бы, конечно, где-то, где же ты, Джульет, вспомнила бы о прошлом. Собственно, да. Давай-ка мы вот сюда, наверное, да? Да. Переместимся и посмотрим, что это такое. Так. Поехали, давай. Эй, ёбана! Жом, жом! Ничего страшного. Показалось. Я почему? У меня... Картинка в игре плавнее, чем в Бэйсе. В Бэйсе прям не такая плавная, а вот у меня. Хотя, может, мне кажется. Может, мне кажется. Но у меня прям картинка, блядь, в игре прям ебать плавная. И, блядь. Чего такое? Да это я знаю, ёпта. Ой, блядь. Докатались, блядь. Мальчик, ты видишь, что у меня есть вообще? Непонятно, кто это вообще, что ему нужно. Но я соберу пока лут. Чего? Кай, ты продаешь? Продаю. Что? Серьезно? Сам Джейсон Броди и совсем не в курсе? Круто! Я тебя обучу. Жду. Не дождусь. У нас легальный бизнес, йоу. На этих островах померло много японских солдат. Найдешь япошку, сними с него жетоны. Мы их купим. А зачем вам? По жетонам мы находим их семьи, если они есть. И возвращаем тела. За деньги. Конечно, за деньги. Семьи получают своих близких, а нам надо на что-то жить. Простая работа. А, доп задание, что ли? Справедливо. Доп задание.
Если найду, дам тебе знать. Ты с нами? Но ты за это будешь давать семьям скидку. Что? Серьезно? Тебе нужен Джейсон Броди, ведь так? Ох, ладно. Ох, и пожалею же я об этом. Так, ну, собственно, ладно. Let's go, чё. Ты дурак или что? Семена, да, пособирать? Где они находятся? А, так они тут близко вообще все. Блять! Не случайно, не хотел. Не-не-не, не хочу за машину. Не хочу. О, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, собственно... Бежим мы с тобой сначала вот на эту гору. Гору бежим. Бля, ну это, конечно, прям вот реально, это прям вот... Прям мощная игра, прям. Ну, в том плане, мощная по ностальгии. Я в нем, я реально несколько раз ее проходил. В свое время, и... Что нужно-то ему? Чё, Том Райдер, чё шо? Какая-то странная тема, если честно. Мне такое не нравится вообще. Оу. Один жетон. А, жетон. Понял. Эй, бля! Опа! На квадрат цуклю-то, ёпта! Опа! Свидание. Где-то здесь челик должен лежать, да, получается? С жетоном. Правильно понимаю? Давай сначала по краю пройдемся, в принципе, самой зоны. Уже стреляются, блядь. Подожди. А. Да. Хороший жетон. Let's go. Let's go. Подожди, а для чего вот это? Да ёп! Так
Ладно, погнали, пешком дойдем, может, идти-то, блин. Идти-то недолго, да, а долго идти. Ну, легкое задание, да. О чем он вам скажет-то в итоге? Да, я понял. Что ты нам скажешь? Друг, ты машина? Да ясен хер. Хотел, что нам на год хватит. Ясен хер-то. Вспомнить топором. Короче, я понял, дополнительное задание, окей. Ладно, тогда чё, куда нам там? Сюда нам, да? Погнали тогда вот отсюда сейчас тут. Сюда телепортнемся быстренько, да. И оттуда уже поедем быстренько на задание сгоняем, да? Чтобы было все хорошо. Хорошо, чтобы все было. Чтобы было все классно. Классно. Натуре. Натуре. Так. Не, вот эта машина вообще классная, очень классно. Это самое задание с кораблем, чешо не кораблем. Здесь наверняка полно пиратов, стоит оглядеться. Так, Джейсон, разберись с пиратами. Ну, это радиопатруль, чтобы добыть их данные. Ага, вот эти семьи, окей. Тут их больше должно быть, нет? Кого-нибудь за это замочить.
Ну ты все, мальчик, а ты думал? Я что, буду с вами разговаривать? Стелс играть, чи не стелс? Нет, конечно, я не собираюсь этой темой заниматься. Стелс, чи не стелс? Нет, вообще не знаешь. Понятно. Здесь наверняка полно пиратов, стоит оглядеться. Первого 100% вот так делаем. Короче, здесь нам игра говорит по стелсу фигачи, да? Ну ладно, ок, начал. Так, Джейсон, разберись с пиратами. Я же точно слышал. Вроде бы. Нет, ничего. Интересно. Кажется, там какой-то шум. Эй, кто здесь? Да что там такое? Потею, как свинья. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ребятки, оно вам не надо. Я вам говорю, оно вам не надо. Здесь их больше вот было. Вот так вот, ребятки. Так работает настоящий профи. Такую игру вам никто не покажет, кроме меня. Кроме меня так никто не умеет. Блин, здесь столько лута.
Вот так вот работает только профи. Теперь рация. Ой, сейчас здесь пизда будет. Это помню. Бля, тут еще максимальный уровень сложности, сейчас вообще пизда будет, мясо нахуй. Причем я на все, ну где, на средних проходил уровни сложности, на максимальном, на таком полумаксимальном проходил, что такое, но чаще всего на... Вас снимает видео для выкупа в ПБ. Так он выкуп берет? Мне сказали подыскать покупателей. Ищи. Когда придут деньги от родителей, детишек сдадим на черный рынок и отправим покупателям. Двойная прибыль? Одобряю. Эй, заткни хлебало! На медузе кто-то поднял тревогу! Кретины! Мы ближе всех! Я отсюда вижу! Черт, они идут ко мне! Я готов. Сейчас или никогда. Let's go, мальчик. Я бегу! Лучше черики должны быть. Вот тебе! Попробуй подавить меня, сука! Ты мой, урод! Боже, граната! Блять, ну твари вы ебали. Вообще не попадаю, чешо. Эй, Деннис, я напал на медузу. Пираты сообщили с... Джейсон! А это все, что ли? Вас хочет нас убить. Некогда говорить. Встретимся у Аманаки. Ты нам нужен. Это все? Мне раньше казалось намного сложнее. Странная тема, ну ладно. Мне раньше они казалось на очень прям такой сложной игры. По игре миссии. Странная тема, странная. Навык прокачаем. Куда нам? А, сразу переместимся, чтобы было быстрее. Так. Чумальчик от меня хочет. О, это что такое? Фонарь по основному.
говори. Вас собирается напасть на нашу деревню. Пока мы говорим, он собирает стволы. Мои друзья тоже в беде. Что сказали по радио? Их увели в какую-то ПБ. Вас хочет взять выкуп, а потом их продать. Это хорошо. Время есть. Джейсон, прошу, будь за нас. Ракьет убьют. Если сможешь испортить оружие, это ослабит Васса. Легче убить. Сделаю. А, я знал, что на тебя можно рассчитывать. Пишите в комментариях, делать серию вам. Так мы делаем, типа, кошель. Сначала отключи сигнализацию. Что он говорит? Если она сработает, пираты будут охранять оба тайника. Выкради взрывчатку, а потом уничтожь оружие. Понял? Ладно. Удачи. Короче, делать вам серию по тому, как мы, ну, что-то создаем, да, там захватываем аванпосты. Отключаем эти вышки и тому подобное. Если вам интересно, можно сделать. Если нет, то я, наверное, за кадром пройду быстренько, да, то есть сам буду что-то делать, да, чтобы именно проходить чисто сюжет. Или доп задание какие-нибудь, все. Напишите в комментариях, было бы вам интересно такое или нет. Так, что у нас? Да, да, мы в курсе, что ячейки здоровья. Так, что, усиление чувств. Погнали, пройдем. Так, что тут? Где это вообще? Ой, ёпт. Давай на вышечку сначала туда. Погнали. Нам нужен автомобиль. Ладно, вот здесь обычно спавнится. И где машина? Вон она, вон она. Жестко, типа. Обсуждаем. Вот! А так, как... Чё? Две машины, блядь. Ладно. А так, я не знаю. Ну, я думаю, наверное, будет проще проходить, да? Типа, за кадром эту всю тему, то есть... Напишите в комментариях, было бы интересно. Если было бы интересно, то можно будет серийку такую... И такие несколько серий сделать по тому, как, типа, мы создаем что-то, да, там, тому подобное. То есть, такую... Такую тему. Если нет, то я за кадром все такое сделаю. И просто будем по сюжету продвигаться или дополнить задание, да, это все. Не более там... Вот, но я думаю, правильно, если закатом проходить, я думаю, это будет правильно. Вот, чтобы игру саму не растягивать, да, там и тому подобное, скажем так. Скажем так. Потому что здесь прокачиваться нужно и... Да, прокачиваться нужно. Так, мы едем сейчас с вами к вышке.
Так, что у нас там по этим? Блин, здесь бы, конечно, два вонпоста бы забрать сейчас бы. Было бы неплохо. Ну ладно, мы едем к текущему заданию. Три даже, три. Три вонпоста бы забрать, ну было бы неплохо, конечно. Понял. Нет смысла. Это прям вот это вонпост, да, там? Ладно, только это задание. Ну, легкое. Я его помню. Бля, не-не, мужик. Не надо. Здесь крокодил может быть, так что надо быстрее вылазить. Вот лагерь. Ищем сигнализацию. Нас учат посты, что ли, захватывать или что? Сигналка, я вижу. Здесь еще были. Что-то нас учит аванпосты захватывать, я понял. Подкрепления не будет. Тихо, мужики. Минус.
Его тут нет! Нету, нету, нет. Ой. Давай, сделай что-нибудь. Понятно, патрон не остался, прикинь. Меня он точно взбесил. Ты прикинь, патронов не осталось. Нужно глядеть в оба. Соберись. Это простое наблюдение. Надо взглянуть. Да, да, взгляни, мальчик. Ну, хоть так. Здесь ничего. Опять? Это слишком безумное. Даже для меня. Давай, выгляни, ёпта. Ну ты выглянешь или нет? Он там один остался, да? Что ли? Сейчас, погодите, соберу патроны. Бля, патронов у этой темы очень мало. Жалко очень. Мне бы, конечно, боеприпасики побольше. Ну, просто калаш... Калаш я не хочу брать, потому что, ну, во-первых, банально, во-вторых, типа, ну, такое... По мне, как по мне. О, сюда, брат. Вкуснотенько. Очень-очень-очень-очень вкусненько. А еще знаете, какой прикол я узнал, что если выстрелить в эту тему, то такое. До свидания, ребят. Бля, там крокодил. О, смотри, 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 смотри. Опасная хуйня. Смотри, крокодайл нахуй. Иду за ним. Куда это падла делать? Я же испугался. Отлично сработано. Теперь расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео с ними с ПБ. ПБ.
Пиратская бухта. Мы называем ее Закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон, сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Ага. А прежде чем туда идти, нужно создать себе, ну, нормально так все. Чтобы было хорошо. Давай с тобой эти навыки. Создание предметов, да. На навыки, да. У нас два навыка с тобой есть, собственно. Пока нет, ничего, нет вообще никакого смысла. Здесь тоже пока нет. Ну, здесь, блин. Нет, два паука прокачаем с тобой. Вот это очень нужная тема мне. Ну что, здесь больше нечего мне качать по факту. Ну, вот эту можно тему. Угу. Нам сюда, поэтому мы переместимся с тобой вот сюда. Да ёпты. И я думаю, серику туда будем заканчивать. Да, не такая длинная серика была, но коротенькая. То есть, прежде чем на то здание идти, нужно создать себе предмет всякий, то есть побольше оружия взять, да, с собой, там, ну, осуждаем. Короче, кобуру создать, да, бумажник, все, короче, создать, ингредиенты всякие, чтобы было все хорошо. Вот, потому что здесь максимальная сложность, а это нужно. Вот, поэтому спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Всегда подписывайтесь на канал, вам тоже мне приятность. Да, очень приятно, реально. Это ваша поддержка мне, меня мотивирует делать дальше контент какой-то разнообразный, в принципе-то. Вот, поэтому... Спасибо еще раз за просмотр, спасибо, кто заранее это делал, да? Спасибо огромное, реально. Телеграм-канал на ваших экранах, там инсайды, видео и уведомления. Ну, инсайда и видео, блядь, что? Ну да, инсайды есть, видео и, в принципе, жизнь моя. Вот, уведомления есть, видео, когда выходит, чтобы вы знали одним из первых или первыми, когда выйдет видео, чтобы вы сразу знали, чтобы проблем не было никаких там, то есть YouTube иногда бывает не присылает, ничего против не имею, но в любом случае такая, чтобы удобная штука была. Вот. Я нашел небольшое свиное стадо. Хочу поделиться. Неплохо. Да ты просто кожа до кости. Напомни, научить тебя добывать еду. Ну ладно. Ты мой кузен. Ты же знаешь, что ты самый близкий мне человек. У меня больше нет родственников. Ешь, чтобы мясо на кости наросло. Да-да, очень смешно. Нормально, подъёбка. Короче, спасибо за просмотр, ребят. Телеграм-канал на ваших экранах, там, да, там все есть. Ссылка в описании тоже есть, все, вот, вы все знаете, да? Вот, ну, там, ну, повторюсь, там, давление видео и инсайды. Вот. В принципе, все. Спасибо за просмотр. Еще раз увидимся в следующих видео. Давайте.